Хейо, гейс, с вами Шимаки, мы продолжим проходить игру под названием Avalon 2. Короче, здесь полный начинается трешак в плане того, что у нас свободный большой мир. Это получается не один кусок, а там столько этих кусков, что обосрёшься. И мы будем сейчас все изучать. Кузница Грефа, мы сразу идем в кузницу, коваем все, что нам нужно, пока что у нас есть, и что мы можем сделать. Самое исключительное оружие. Да, у нас есть 5 руды. Так, давайте, наверное, доспехи. А, 5 кусков? Давай. У меня, типа, два варианта было. Либо обувь, либо это. Я мог обувь сделать и пояс, а потом уже броню. Готово. Лучшие доспехи каждого путешественника мечтает увидеть их под новогодней елкой. Довольно отличная работа, если можно себя хвалить. Возвращайся ко мне. Так, защита у меня 38. Ну пойди мне теперь хер кто убьет. Из-за того, что у нас довольно мощное все. Так, и что мы теперь делаем с вами, ребята? Сейчас я буду вспоминать, где я был, где я еще не был. Если во временном промежутке, где вот это... Я, короче, все понял. Так, здесь пещеры еще нету, да? Да, здесь еще ничего нету. Тут вообще ничего нету. Скорее всего, та красавица, это как раз она и есть. Которая ждала своего принца на белом коне. Поэтому сразу идем к ней. Вот, я за нее говорил. И мечтаю, что мой прекрасный принц... Ах... Глядя на ее лицо... Неужели это... О! Для меня есть письмо? О, божечки мои! Это так мило! Дай-ка его прочитать. Ответ да! Я всегда вами восхищался, мой дорогой пират Робертс. И да, я не думал, что вы стали молоды. С вашей яркой прической и очками на лбу. Вы определенно мой тип. Грустно смотри. Думаю, произошло небольшое недопонимание. Вот, мистер Роберт, это докажет мою любовь к вам. Вы получили профиль Tinder. Надеюсь... А, похоже, дело сделано. Пора вернуться к старому пирату. Я расскажу всем подружкам, что пират Роберт красивый молодой человек с роскошной шевелюрой. И она на самом деле это сделала. Вы хотите отправиться в плавание, да? Смотрите, мы с вами сейчас отправляемся. Но перед тем, как мы отправимся туда, куда мы хотим. Мы отправимся еще в ледяную сторону, на ледяной остров. Я еще оплаваю ледяной остров, посмотрю, есть ли там что-то. Так, есть шахта, в которую можно попасть, но мы туда не попадем. Есть место, куда можно прицепиться, но у нас не получится. Блин, здесь, видите, только мне нужно этим. Вертушкой сюда прилетать. А либо... Хотя, в другим временным потоком я сюда не смогу приплыть. А лес... Я в лес могу сейчас пойти. Ладно, давайте сразу к пирату. Разберемся сначала со всем этим делом. А потом продолжим. Так, пиратик. Профиль в Тиндере. Ого! Вы сумели найти ее в Тиндер? Это фантастика! Я обязательно приударю за ней. Было упоминание про награду. Да, разумеется. Мои величайшие сокровища. Раз я теперь ухожу на пенсию вместе с возлюбленной, мне они не понадобятся. Серьезно, это сущие пустяки. Я закопал все в надежном месте. Я не могу вспомнить.
Вы шутите? Нет, совсем нет. Я серьезно, не могу вспомнить, где я закопал свое сокровище. Месяцами я думал лишь о своей любви. И совершенно забыл. Но это не важно. Я обещал вам награду, поэтому дарую вам останки моих самых лучших пожитков. Ну, мы хотя бы делали это не за просто так. Вы получили пиратский флаг, настоящий пиратский флаг пиратов Робертса, сплетенный из настоящих волос. Берегите его. Сделайте так, чтобы имя пирата Робертса внушало страх еще сотни лет. Как думаете, он нам пригодится? Да, он нам пригодится. Я тоже на это надеюсь. Так или иначе, мы помогли соединить двух влюбленных пташек. А я сейчас расскажу, что мы можем. Насчет моего сокровища. Я сообщу остальным пиратам, что нашедший его станет новым королем пиратов. Это точно подогреет интерес к данному вопросу. Да. Так, а теперь у меня есть интерес. А Тиндер, скорее всего, забрали, да. А, из бороды. Короче, мы ж теперь... Вы хотите отправиться, да? У нас есть флаг пиратский. Значит, мы с вами теперь являемся пиратами, так? Значит, и я могу попасть на остров, когда, помните, типа, мне говорили, а мы можем только пойти на войну с тем, у кого тоже есть это вот. И я хочу сейчас здесь быстренько пробежаться, пойти в портал, и пойти телепортнуться к девчуле, так? Так. Это так. Она хотела же поговорить с Меносом. Или Менос должен встретиться с ней. Ну не суть. Шимиги, ты хочешь узнать про части ключа Маджи? Нет. Разумеется, тебе придется собрать все. А. И это все ради этого? Окей, тогда мы с вами сейчас отправляемся в лес. Мы отправляемся в лес для того, чтобы я проплыл к мужику тому до того, как появился Маджелит. И мы использовали... Я вот просто не помню, тот сломался Маджелит или нет. Кажется, он был цельный. Я использую Маджелит, чтобы вернуться во времени, когда еще ничего этого не произошло. Чтобы она поговорила с близкими. Это у нас здесь. Сюда редко кто забредает. Вы тут... Жалеть вами, верно? Нет. Ну, конечно, вы Финлорд. Отец Финроста. Вы мой дедушка. Основатель деревни не беру. Ты очень мила, юная леди, но у меня нет сына. И я еще слишком молод, чтобы быть твоим дедом. А что касается деревни, это правда. Я решил ее здесь основать. Но еще не придумал название. Но когда ты сказал не беру, я подумал, что это чудесное название. Да, пожалуй, так и назову. Нет, подождите. Скоро, через несколько лет, вы встретите кое-кого, сельфийку. И у вас появится сын, который является моим отцом. Молодой человек, мне кажется, что у твоей подруги что-то с головой. Послушайте меня. Вы должны мне поверить, это произойдет. И я вас умоляю, попросите сельфийку ждать нас здесь в 1000 году. Подождите. Не здесь. Все будет уничтожено орудием. На утесе, где статуя императора, которая будет там после его победы. Обещайте мне. Ладно, если это счастливит тебя, я обещаю. Парень, я думаю, что твоей подруге нужно немного отдохнуть. Хорошо, Шимки, думаю, нам пора идти. Ебать, она куличная. Она только что чисто... Смотрит, блин, не надо влезать, мне кажется, в наш временной промежуток, чтобы ничего не изменить, и тут... Бам. Она сама все меняет. Так, а теперь вопрос, где я нахожусь. А, нифига.
Ну, я хотя могу все звезды собрать, по факту. Конечно, не 100% из-за того, что я карты не буду выбивать, но... Ребят. Это хотя бы что-то, чем ничего, вы согласны? Ну, блин, ну я теперь всех ваншочу, на самом деле. Манимал. Манимал, манимал. То есть тут нигде уже пройти не могу. Ну, в принципе, а смысл мне в другом временном промежутке сюда тоже приходить, если здесь уже все будет найдено? В этом временном промежутке. О, это мне опыта вообще не дают. Ну, а полетели тогда в этот, в лес. Я посмотрю насчет того, есть ли здесь все, то, что мы ищем. А где должно быть? Я в этом уверен, хотя... Хотя я не уверен. Ах ты злой камушек. Ой, я кнопку атаки забыл, подожди, мне не слетела запись, нормально. Сейчас бы запись летела, было бы классно. Он на как. Понятно, я получается туда дойти никак не смогу в этом временном промежутке. А как я изначально туда попал? Я точно помню, что я шел по лесу. Я шел тогда в другом временном промежутке. Более поздний. А потом мы в этот попали. Мы в этот тогда попали. Потом. Ай. Ну тогда, получается, можно отсюда выходить. Тут внизу ничего нет. И плыть к тому, куда нам надо. Блин, по факту я могу поискать уже этот летающий аппарат. Но все равно мне нужно искать все фрагменты, так ведь? И это не оговаривается. Поэтому хочу ли я или нет, мне придется делать все равно то, что я делаю. Поэтому, увы. Ну, по факту я все равно могу сделать то, что я могу сделать. Я могу сейчас пойти в этот. Переместиться во времени. Сейчас я исследую все, что я могу исследовать в этом временном промежутке. Но мне все равно, чтобы исследовать остальной участок, мне нужен летающий аппарат. Понимаете? И это вот немного плохо. Опа. Здесь уже стражники? Как вы сюда попали? Надеюсь, вы не пираты? Они занимали это остров до недавнего времени, но были изгнаны чем-то или кем-то. Они спрятались в своем логове на востоке. Почему я не могу исследовать сундуки, которые вот стоят? Пираты не столь активны в последнее время. Хоть какие-то хорошие новости после великой катастрофы. Великая катастрофа уже случилась? Так, стопаем. Сейчас мне непонятки. Да ладно. Серьезно, в этом промежутке уже это произошло? Повезло. Ну ладно, давайте сразимся, у нас есть флаг. Ха-ха. Должно быть, но боюсь, да. У вас есть пиратский флаг? Не может быть! Это же флаг легендарного пирата Робертса. То есть вы явились бросить нам вызов? В таком случае нам придется победить всех вас в рукопашную. Удачи! А
А, я понял. Ну что, давайте следуем. Неужто это типа битэмап, знаете, карты, где... Я понял, к чему это отсылка. Это битэмап. Не нравится мне это место. Я останусь здесь и обеспечу прикрытие Шимики. Держи Шими. Так, держи Шимики. Я знаю, что ты справишься. Дискриминатор, если меня выберут для сражения, слишком многие пираты встретят неизбежный конец. Тем не менее, я пойду. Я покажу тебе несколько особых приемов, которые научил меня отец. Ты смеешь бросить нам вызов? Пираты бухты так просто не сдадутся. Вы получили режим beat'em up. 1 против 100. Без проблем. Да, это beat'em up, мной. Подпрыгнув, ты можешь выполнить удар ногой в прыжке. Отлично. Жалко, знаете, тут еще не хватает этого времени. Сейчас они из дверей, да, будут выходить. Какие? Ой-ой-ой, они больно бьют. Там манать. Манать они ногами. Кирячат, пипец. После прыжка прыгни еще раз, чтобы выполнить апперкот. А, ну... Не понял, ладно. А, так я могу минус использовать. Да-да. Катись, Менос. Банать, ну это тяжко. Не, лучше здесь минусы только использовать, да и все. Как юзабельный предмет. Так, на пике прыжка прыгни еще раз для атаки с разворота. Поздравляю. Я научил тебя всему, что знаю сам. И еще кое-что. Если тебе нужна помощь, сконцентрируй и призови меня. Но... Об этом никому ни слова. Это, знаете, чисто... То есть в воздухе либо кликай много раз. Либо после приземления. Все, я врубился. Да ладно, что, серьезно не открывается. Джеки Чаны? Да ладно. Блин, серьезно? А как их тяжко, слышите, вот этих тяжко убивать.
Так, я лучше его сразу возьму. Блин, а я сердечко уже просрал. Ну ладно. Чисто, знаешь, прыгай и пизди ногами. Минус в атаку. Минус быстрее! Ладно. Я, короче, понял, просто юзаем пробел и все. Либо просто зажимаем атаку и бьем по КД. Не-не, у него ХП много. Да ладно, мы поехали. А где эти, типа, знаете, бутылки, подбираемые предметы? Ну хотя только на кулаках же сказали. Бац, бац, бац. И захвата нельзя, знаете, то сделать. Немногие поймут, о чем я. Так, сейчас могут ниндзя пойти, поэтому я не хочу. А, нет. Минус. Не пришлось использовать. Так, сейвик. Мне кажется, лучше взять его под охрану. Ладно, сейф есть. Хотя можно, я думаю, мне кажется, пройти это и без минуса. Здесь минусы неудобно использовать. Да, здесь минусы неудобно использовать. Ой-ой-ой, я понял. Ой-ой-ой, у них удар сильный. Ну, они ХП дают. Ну как, опыта много дают. А, то есть они только до первого упада с цепи. Да ладно. Да ну не зажимай же ты. Монатник. Сильный. Это неудобно. Так, еще. А, не, все. Мне бы хпшку, либо сейф. Монетка. Монатник, у него же денег. Так, по идее, ой, это двухсторонняя сейчас атака будет, нет? Нет, хорошо. Походу, недолго я радовался. Это двухсторонняя атака. Так, дай мне, пожалуйста, опыт, чел. Опыт, 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 опыт нужен.
Фух, левел ап. А чё только 36, а так 50? Ну, ладно, два их. А, то есть они только для ног. Либо для минуса. Минус в атаку. Да. Ладно, хил. О, все, можем идти. Так, скоро должен быть босс, да, по идее? Потому что довольно долго мы сражаемся на руках. О, черепок. Минус, готовься. Да, босс. Узри то, зачем мы сюда пришли. Фрагмент огня. Кто смеет нам противостоять? Мы, бесстрашные пираты бухты. При встрече с нами вы утрачиваете право на вашу собственность. Было ваше, стало наше. Кто-нибудь знает, где Кенни? У него небольшая проблемка. Снова? Ладно, Веджи, заканчивай ты. И все такое прочее. Вот из-за этих я говорил пиратов, помните, когда у меня вылетело, я не успел заснять. Призрак пирата Робертса. Он пришел забрать обратно свое сокровище. Дурак. Это не сокровище пирата Робертса. Это какая-то штуковина Маджи, с которой босс нам запретил связываться. Думаю, Бекс прав. Если бы это было знаменитое сокровище пирата Робертса, босс был бы королем пиратов. Я считаю, что это просто пират, одетый как Робертс. Именно я и сказал. Это я и сказал. Но никто никогда меня не слышал. Не слушает. Так, каков план, Бикс? Босс все еще в туалете, и он ненавидит, когда его беспокоят в такой момент. И я же ему и говорил, что эта рыба выглядит подозрительно. Но босс тоже меня не слушает. Предлагаю провести собрание, чтобы обсудить наш следующий ход. Предложение принято. Ох ты ж ё. Капитан Абаба. Что здесь происходит? Какие экстравагантные усы. Ты пришел бросить мне вызов, верно? А похоже, нам не ввести парочки дебафов. Ну и я ни за что не позволю тебе забрать эту штуку матча. Дискриминатор, это... Недру кажется сильнее, чем остальные. Будет на чеку. Ох ты шлё. Ох, щет! Я понял. Удары ногой! Удары ногой! Нет! Иди вон! Не трожь меня, блядь! А так он... Блядь, я понял. А он сильный. Его нужно к стенке... Не, ему бить нельзя давать. Либо в захват мне тоже нельзя давать. О, тихо. Блин. Я понял. Вот опять он меня схватил, зараза. А, все. Он довольно легкий. Просто двойные прыжки юзать и все.
Вы получили фрагмент от нее, одной из пяти частей ключа Маджи. Началось извержение вулкана. Быстрее, дискриминатор! Мы должны бежать! Да ладно. Это из тех, когда нужно на время теперь тягать. Да ладно, еще и при этом сражаться? Да вы шутите. Я не уверен, что за это время успею. Быстрее, 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 быстрее. Тикаем, тикаем, тикаем. У каждого своя слабость. А чтоб мне ко мне не прибило. Главное их правильно зажать. Тикаем, 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 тикаем. Все. А, блядь, еще жда вперед. Ладно, успеем, успеем. А, Джеки Чан, это плохо. Хочешь одолеть Джеки Чана, вбей только ногами. Ах, вот Джеки Чана самые такие упертые. О, быстрее нужно текать. Ну, я сломаю этот. А, не, ладно, не буду. Хотя уже, по идее, пришел. А еще нет. Ай-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Да ёлки-палки, они меня зажали, я сейчас сдохну. Пожалуйста. Я просто мог бы сейчас здесь сдохнуть и все. Быстрее, Шимики, что произошло? Мы должны выбраться в море, вулкана может все уничтожить. А вот почему. Видишь, что происходит, когда оставляешь мужчины главным? А я-то надеялся на тонны восхваления за успешное сражение. Это ж как раз из-за этого потом в будущем, да, типа, остров сгорел. Остров был полностью разрушен. Мне почти жалко этих бедных пиратов. Нам повезло, что вовремя получили фрагмент ключа в матче. Окей-доки. Ну что, в принципе, теперь я могу... А нет, стойте, мы должны сейчас изучить местность в таким вот парнише. Хотя мы заканчиваем на этом, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.